Привет всем, вы на канале Бер и Гейм, мы продолжаем проходить трансформеры падения Кибертрона. Задача уничтожьте тросы. Какие? Нам вот. Сейчас надо найти какие-то тросы. Вот это что такое? У нас игра тормозит по полной, вообще не понимаю, в чем дело. Ладно, автоботы, превратим вот тут все в море огня. Обстреливаем броню и внешняя оболочка. Ладно, извиняйте. Извиняйте разработчиков. Потому что они сюда напихали, видимо, много всего. Смотрите. Корабль десептиконов присосался к кораблю автоботов. А нам сейчас его надо как бы отцепить от нас. Блин, ну ёб твою мать, что они здесь наделали? Видимо, из-за техники этой. Я говорю, много всего здесь, видимо, летает. Много чего происходит. Где-то у них тут должно быть слабое место. Истребитель, продолжай искать. О, пускай тормозит, мы ничего не можем сделать. У нас и так все тут на слабом стоит. Вот нет, это... только где у тебя красная цель появляется, туда можешь стрелять. До конца отстреливай их. Ищите гибкие соединения, у них есть уязвимое место. Да уж, вот это у нас тормоза будут, наверное, в игре. Так сколько ж мне их уничтожать-то, ё-моё? Уничтожай, видимо, сколько надо. Твою мать, сраные разработчики. Напихали здесь всякой херни. Где слабые тросы? Истребитель, у буксировочных тросов должно быть слабое место. Понял тебя, Оптимус. Хватит мне уже об этом говорить. Вон. О! Да давай ты быстрее. Ну быстрее бы это все прекратилось. Истребитель, это район нулевой гравитации. Трансформируйся в робота и используй гранатомет. Пушка дерьмовая. Все тормозит из-за того, что здесь много кораблей. Что-то он там сказал про гравитацию. Так играть невозможно вообще. Ну ничего уже не поделать, надо играть. Чего? О. Там еще одно слабое место. Угу. Сколько трос? Хорошая работа, истребитель. Тебе удается их сдерживать. Давайте. Слушай, быстрее бы куда-нибудь смыться. Здесь вообще не играть невозможно. Ух ты, нужно подальше держаться от автоматических пулеметов или что-то такое. Что это за фигня тут? А, смотри, в тебя уже начали стрелять. Тебе бы убить врагов, да, которые прилетели. Ай-яй-яй-яй-яй. Они чуют, кабдец. Вон сколько, смотри, у тебя целей. Все летят в тебя. Блин, ну мудаки, я. Истребитель, мы теряем время. Сам найди. Найди скорее слабую точку. Я не могу найти. Плевать, что они тебя торопят, с не обращай внимания. С этими тормозами. Уничтожай корабли, которые в тебя стреляют. И старайся уворачиваться, да. Кто стреляет, непонятно. Ну все, все, да прекрати ты. Быстрее бы эта игра закончилась и взад ее нахер. Там еще кораблики мелкие стреляют. С такими тормозами, а? Мелкие кораблики тоже там. Еще стреляют в тебя. Видите, что делается, ага. Здоровье бы найти. Его нету нахер. Они специально так сделали, чтобы тяжелее было. Где это слабое место? А это что? Не здоровье? Да, здоровье вижу.
Есть. Десятиконы долго. Цель обнаружена. Есть. Давай, давай, кама, каба, каба. Все, пошел он. Что еще? Теперь этих уничтожай. Мы избавились от всех тросов Оптимус. Больше не нужно беспокоиться о... Опа! 30 FPS, а игра все равно тормозит, капец. Это кто это? А, ничего себе. Ой, это Амбалус, помнишь, которым я играл? Которым ты будешь играть, да? Ага. Доберитесь до главного двигателя. Игра там в чем дело, не знаю. Убирайтесь с дороги. Никакой пощады, Грибкус. Проберитесь в машинное отделение, разнеси их двигатели. Автоботы не должны куда-то добраться. Куда приказ идти? Понял. Че это, дебилоид прыгать не может? Я не знаю, куда идти. Цель, цель, цель. Квадратик. Ромбик. А, вот сюда что ли? Вниз? Нет, сюда вниз не пойдем. О, разрушили что-то. Ага, люблю хруст автоботов под ногами. Нужно атаковать его чем-то, он сможет его замедлить. Я думаю, здесь очень много этих мудаков, все тормозит из-за этого. Чем они больше, тем сильнее они бьют. Жизнь да, взяли. Много напихали всего. Смотри, здесь вообще война какая-то. Не, мы не дойдем. А, не дойдем. Жесть. Мегатрон, у основного хранилища энергона этого, это ковчег. Кто за одних, кто за других? Даже, так даже не интересно. Да, я и говорю, кто за... Тупня какая-то. Автоботы, цель гибискуса, наши баки с топливом. Понял тебя, истребитель, Джаз в игре. О, Джаз, твою Джаз. Мать, задолбали вы уже. Джазами победить там... Победить гибискуса у тебя задача. Это наш мудак. Ну чего, чего надо-то? Где цель? Куда ехать? Блин, ну жесть какая-то, а не серия будет. Я не знаю, что делать. Цель где-то наверху, наверное, все-таки. Наверху, так наверху. Вон там. Куда-то бы запрыгнуть бы нам, да? Нет. Он только на машине ездит, да? Ничего не могу. Двойного нет прыжка. А, этот мудак может... Ага, точно. С этой плеткой делать. Ага. Да блин, ну ёб твою мать, да дайте нам доиграть эту фигню и все. Напихали здесь своих ботов долбанных. Давай, истребитель, моя искра жизни почти потухла. Не вздумай раскиснуть, солдат, мы прорвемся. Джаз, ты должен найти храповика. Только не заставляй меня ждать, летун. Ух ты, Грубикус, а вблизи что-то там такое. Прелестно, крошка автобот. Хочешь поиграть? Посмотрим, как ты от этого увернешься. О, последи за моими движениями. Ты будешь к нему прилепляться. Значит, я на правильном пути. Да. Не хватит своим огоньком. Ты заметила, какой он быстрый? А когда я шел, он был очень медленный. Смотри, какой он быстрый. Берегись, берегись. Он очень быстрый. Здесь вообще труба, да. Смотри, какой он быстрый, он так не бил. И ходит быстрее. Ну что, без защиты ты уж никак ничего. Вот тебе, здоровяк.
А, значит, я на правильном пути. Ну, да все, они одно и то же говорят. У меня от тебя уже смазка закипает. И что, я правда думал, что я попадусь? Ерунда, могу порезать на ломтики и на кубики. Погоди, вот тебе еще. Этот щит настоящая беда. Истребитель, если ты там, то я с радостью тебе приду на помощь. Я уже здесь, Джаз. Замани его на М-мину и удерживай на ней. Мы даже это монтировать дерьмо не будем. Куда? Вот сюда, на мину его заманить надо. Пускай как есть, так и есть. Так, отлично, теперь удерживаем. Там такое, спец подтянуть объект. Войти в режим прицеливания. Подтвердить цель. А, сейчас кто-то в него будет стрелять, что ли, лишь? А, теперь вы реально ко мне под шкуру залезли. Mm-hmm. Ой, ну зашибись. Чё, дружок пролетел, что ли? Пролетел. Цель появилась. Да. Грубикус. Вот так, попробуй сделать ему подножку. С потянуть. Куда стрелять? Нажмите Q, чтобы войти в режим прицеливания. Какую кнопку? Q. Понятно. Черт, я сполна это ощутил. А, он своего дружка даже да. Смотри, порвет. Заманите Грубикуса на электромагнитную мину. Груби, груби, иди сюда. Тяни. Теперь Q. Отцепись ты от меня, дебил. Режим прицеливания. Пробел, чтобы направить. Подтвердить пробел. Вот этот мудак уже достал. Че, без такого амбала не можете сами, что ли? Когда эта срань уже у нас закончится? Сдохни, дебил. Давай уже идем. Долбаные тормоза. Вот вымораживают они вообще играть. Еще одно дерьмо пришло, смотри. Отцепись, дебил. Кью. Пробел. Ничего не получается. Я не знаю, как это вот дерьмо. А вот эти все сыпятся и сыпятся, сыпятся и сыпятся. Блин, как они надоели уже, а? Все-таки здесь столько всякой херни, недочетов от этих разработчиков. Да отцепись ты, тормоз. Режим прицеливания, пробел, чтобы подтвердить цель. Да так, я... Что-то понятно, там такое. Все, пробел, но я не почитал. Этот дятел все катается на своих коньках, идиот. Задолбал. Вот бы мы ушли куда-нибудь, где бы ничего не тормозило бы, а? Опять третье дерьмо пришло, смотри. Кью, пробел, пробел. Гандон. Иди ты нахер отсюда, дерьмо-то летающее. Задолбал уже. Кидает и кидает этих козлов. Уроды. Этот дятел летает там все. Ну подохни ты быстрее, гибискус или тут пипискус. Вот этот дятел, просто дятел.
Где эта мина нахер? Этот дерьмо летает еще. Дебил. Откинься-то поскорее уже. Когда это все закончится? Тормознутое все. Видеокарта не тянет у нас. Мегатрон. Сейчас Мегатроном играть будем. Да, задолбал он уже. Че вы все неугомонные-то такие? Это должно сработать. Мегатрон, даже если ты убьешь меня, кто-то другой все равно восстанет. Это одни и те же слова Мегатрона, как всегда. Тогда я просто уничтожу всех до единого. И у него тоже. А помнишь, когда вот это в начале он кинул и уничтожили малого этого желтого? Ага. Шершин. Бабауби. Бам. Столько энергона на ветер. С начала войны прошло нечестное количество времени. Несчетное количество времени, Мегатрон, а? И в чем же она, Оптимус? Вселенная, сколь бы бескрайней она ни была, всегда будет слишком мала. Блин, ну что, с козлом драться, что ли, ёб твою мать? Выбрать Мегатрона или выбрать Оптимуса Прайма? М и Q. Или О. О. А, мы, смотрите, мы выбор делали, да? Не понял, чего он бьёт. На библиотекаре ты немного выразился, возможно, тебе следовало... Тебе бы точно не помешало побольше в библиотеке посидеть. У них даже библиотеки есть, смотрите, охренеть. Ну да, архивы какие-то. Да, вообще, трансформеры в библиотеке сидят, читают книги. А я в машинку превращаться не могу, да? Контрол. Ага. Все, счета у нас нету. Давай, дебил, иди сюда, что ты там в свою машинку превратился? Срань ты, сраная тормоза. Ну чё не под конец такую шнягу подсунули? Превращайся ты в кого-нибудь. Контрол не достает? Козёл. Ржавое дерьмо. Да уж. Самая сраная серия. Да круши ты голову, оторви, она мелкая. Ёб твою мать. Чё он не дохнет? Придурок ты, долбанный Гитлер. Зовёшь себя Праймом? Когда я с тобой встретился, ты был мелкой архивариусом. Когда я покончу с тобой, тебя не останется. Мегатрон... Да уж, логики нету никакой. Они изображают Гитлера, который не мог сдаться никак. Нахуй все воевал, воевал. Долбанное это масло ходячее. Че он не дохнет? Так его опять потом воссоздадут. Жесть, ну все, ну закончись, пожалуйста, эта шняга уже затормознутая. Нева, нева! Придурки, блин. Да сдохни ты, тупорь ты, блин, фиолетовый. Давай. Идиота, кусок. Вихрь взламывает корабль на части. Нет, я этого не так не оставлю.
Смотри, тормозов нет. 90 FPS, капец, 100. Все. Прощайте, аминь с духом. Все. Все. Давайте дальше, что нам там преподнесете. Сюрприз. Ну. Хайк Мун Студио и чего? Till all are one. Till all are one. Не, конец, ёптую налево, капец. Расстроила под конец игра, что все затормозило. Да они напихали туда всякой фигни, капец. Они очень много всего туда загрузили, что ничего не пошло. Типа и... военные действия запихали и все. Никакой, ничего такого, ну, в общем, да. Да. Главное, там... что мы играли 20 минут, все. Не больше мы это терпели, все. Поэтому... Задолбали, действительно. Зачем-то столько пихать вообще на славу? В прошлых сериях все было нормально, вроде там ничего не тормозило, а в этой прям они вообще решили супер концовку сделать какую-то. Ну вот сделали, все будет тормозить, вы посмотрите. Но это невозможно смотреть, мне кажется, ужасно. Ну больше, блин, фигу. Игра похожа на первую. Молодцы. Все тогда, здесь мы закончим нахрен. Ну, диноботы, за которых мы играли. Мы за кого играли? За вот этого серединка. За это, да? За самого... А, за летуна мы еще играли. За них мы тоже играли вроде бы. Танцует. Ну, они всегда там в конце девушек кто-то танцует, да. Как в мультфильме, да, прям такие. Да, да, да. Ну что тогда, что сказать, там было под конец вот это, по третьей серии назад, там в какую-то, какая-то фигня началась, вообще баги какие-то, все, тормоза нахрен. Так что здесь мы закончим, подписка на канал, вступай в группу ВКонтакте, комментируй, ставь лайк, пока. Пока.